Август — это действительно день памятный для меня. А по поводу этого фильма есть история, которую я никогда не забуду. Она связана с страной, которую я очень люблю. Это страна Бразилия. Я приехал туда в 2008 году. И для нас устроили концерт в муниципальном театре города Сантос. И я к тому времени, это был первый мой приезд в эту страну, я думал, что я говорю на португальском языке, потому что я учил его по самоучителю. И я настолько осмелел, что решил, что концерт этот буду вести я сам, для людей, которые говорят на португальском. И мы этот концерт играли вместе с моим товарищем Александром Алабиным. И мы решили, что будет звучать в этом концерте самая лучшая, самая красивая русская музыка. И включили в этот концерт мелодию из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Это вот, помните, там «Я спроси». Но меня во время концерта уже было где-то под середину концерта уже как-то... Я так раскрепостился, раскрепощенный, я вообще, это страшное дело. Я решил, что у меня достаточно знаний португальского языка, чтобы рассказать, что это за фильм. И я нашел, значит, в себе достаточно слов, чтобы сказать, что сейчас прозвучит мелодия из очень известного русского фильма, который все русские люди смотрят 31 декабря. А дальше я совершил ошибку. Дальше я сказал, а фильм этот вот о чем. И в следующее мгновение понял, что мне сейчас нужно будет на португальском языке рассказывать, о чем будет этот фильм. Пауза. И потом я выдавливаю из себя несколько фраз, от которых люди, которые меня пригласили на этот фестиваль, организаторы, они знали русский язык, вообще они бывшие такие русские люди, приехавшие, эмигрировавшие, они просто сложились пополам. Я сказал, жила-была женщина, и жил-был мужчина. На этом месте бразильцы, удивленные вообще оригинальностью сюжета, очень так удивились и стали ждать, что же будет дальше. А я в это время мучительно соображал, и я понял, что нужно сказать. Я сказал, и они друг другу понравились. Ну и дальше звучала песня. Эту песню я не буду вам исполнять, потому что она будет вам казаться смешной с этим рассказом. А вот песня, которая написана была Михаилом Тривердиевым на стихи Евгения Евтушенко. Вы все, конечно же, ее знаете. Со мною вот что происходит, сам ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это. И наш раздор необъясним, мы оба мучаемся с ним. Со мною вот что происходит, ко мне совсем не так приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных. Во мне уже осатанённость. О, кто-нибудь, приди наружь чужих людей соединённость и разобщённость.
близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Разнообразные нити. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, со мною вот.